Новые правила провоза ручной клади в самолетах российских авиакомпаний вступят в силу с 5 ноября, говорится в приказе Минтранса Российской Федерации, размещенном в среду на портале правовой информации. В соответствии с новыми правилами, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше 5 килограммов. Ручная кладь, превышающая по весу указанную норму, должна быть сдана пассажирами в багажное отделение. В приказе отмечается, что помимо указанной нормы провозимого багажа, пассажиры смогут взять с собой на борт рюкзак, дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка, лекарственные препараты в количестве необходимом для полета, специальные костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, складную кресло-коляску, лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах дьюти-фри. Однако вес и габариты рюкзака и пакета с товарами из магазинов дьюти-фри ведомство предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно. Напомним, в конце сентября в России вступил в силу закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. По мнению министра транспорта России Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 87 копеек, евро 67.